взяла эту тематику, она связана с тем, что есть вещи, которые мы часто пересматриваем, они включены в нашу жизнь постоянно. Ну, впрочем, да, то, о чем я говорила, это про порно, но мы просто не обращаем на это внимания. И вот с мультиком Диснея происходит где-то то же самое. На самом деле социальные гендерные стереотипы, они в любом случае всегда видны в масс-культуре. И особо интересно это все просматривать в момент, когда есть длительное время, например, какой-то массовый продукт, который ты анализируешь, и можешь сделать вывод о том, как поменялись гендерные стереотипы, как социум меняется постепенно. В этом плане интересно говорить именно о Диснее, потому что Дисней очень большая компания, очень богатая, и плюс фильмы она делает, мультфильмы, мультипликационные большие, делает с 1926 года. Но смотрите, к чему. Начнем с «Паранойи принцесс». В «Вашингтон Посте» вышла статья, книга, называлась она «Что не так с Золушкой?». Там одна мать, психолог, разбирает проблему того, что почему все так одержимы принцессами, почему в детстве девочек, это конкретно американская книжка, поэтому у нас в этом плане сложнее, но суть в том, что почему девочек все время навязывают эту идею принцессости, почему девочки ходят на Хэллоуин, одеваются в принцесс, и почему, там, приходя к стоматологу, она слышит к своей дочери: «Ах ты, маленькая принцесса, как везут». Вот. И с чем это вообще связано, и насколько эта одержимость вообще существует? В своих исследованиях она, естественно, коррелирует это с Диснеем и с тем, насколько он развил, насколько он, да, ну, скажем так, раздул эту идею принцесс и насколько она хорошо продается. Поэтому мы все очень хорошо помним эту страшную штуку, когда ты видишь маленькую девочку, а она переваривает заказ со страшной принцессой, а идет рядом с ней мальчик, только синий, с синим рюкзаком, и там машинка. Вот. И вот эти вот ядреные розовые цвета, которые тебя просто выедают в глаза изнутри, они преследуют девочек самого маленького возраста. Ну и это, естественно, как мы видим, да, всегда принцесса. Там должна быть принцесса, иначе розовый цвет не считается. Суть обязательно в принцессе. Вот. Если вы говорите о Диснее, да, это очень большая компания, которая очень много потратила времени на то, чтобы стать популярной. Конкретно в Диснее всегда работала достаточно большой, хороший штат качественных психологов, который сразу изучил, что детям нравятся яркие цвета. Поэтому Дисней еще в самом начале, в 1926 году, использовал очень яркие цвета для мультипликации. Более того, все эти полнометражные мультфильмы Дисней делал для того, чтобы с идеей того, чтобы это был полнометражный и фильм тоже, чтобы взрослые вы тоже могли смотреть и оценивать. То есть это был не конкретный масс-продукт для детей, это был продукт для взрослых людей тоже. Может быть, это одна из причин, почему мы пересматриваем до сих пор. Вот. Поэтому стоит отметить, что яркость цветов, она включена в идею Диснея, была включена еще в самом начале, собственно говоря, она продолжается. Я взяла, я не помню, тут 15, но, наверное, 15 не важно. В общем, взяла все эти мультфильмы, их на самом деле Диснея больше, но это вот такие самые показательные мультфильмы, которые очень хорошо, по примеру которых мы можем понять, насколько изменился продукт Диснея с 1937 года по 2013. Естественно, что мультика была гораздо больше, но тут именно основные принцессы, я их вот поделила, на три этапа. Первый — вот Белоснежку, Семь гномов, Золушку и Спящую красавицу, это первый этап. Потом видите пропуск, достаточно много лет. Потом Русалочка, Красавица, Чудовище, Аладдин, Покахонтас, Мулан, потом опять пропуск, и вот современные мультфильмы «Принцесса и лягушка», «Цель», «Храброе сердцем» и «Холодное сердце». Сердце — это популярное слово. В общем, и я хочу вот сейчас вам, я поделила на три этапа, я вам расскажу отдельно по каждому этапу суть стереотипов и особенностей. Ну, начнем. Значит, во-первых, гендерные стереотипы, они есть в мультфильмах, и они очень раздражают многих феминисток. И на самом-то деле, можно считать, до сих пор так считают феминистки в первую очередь, считают, что мультфильмы действительно все еще плохо влияют на детей, и что имеет очень негативное влияние, но все-таки вот мы сейчас видим на примере, что Дисней меняется. Ну, значит, начнем с первого этапа. Вот первое, значит, мы видим, что, во-первых, у диснеевских принцесс того времени не было друзей, были птички. Птички, белочки, короче, с людьми они не сильно разговаривали, если это, конечно, не принц и не фея, но, собственно говоря, зачем она может что-нибудь пропеть, птички. То есть,
понимаете, эти нытики были очень старые, и девушки эти все были похожи на, ну, это был стереотип, который был тогда приемлем. Девушки были скромные, мечтательные, неразговорчивые. Я не представляю себе ситуацию, вот сейчас, чтобы, допустим, там, ну, кто-то принимал себе такую модель поведения, когда Золушку унижают, унижают, она молчит, делает, что все хорошо, поет, моет пол, и потом встречает себя мужика. А, ну, то есть, короче, это очень неправдоподобно, и это модель поведения, которую нам сейчас в нашем обществе очень, ну, неприемлемо. Это так не работает сейчас. Даже с той же Белоснежки и с Спящей красавицей. Все они мечтательные, у них цель жизни, да, main goal — это что? Это найти себе мужика, то есть, говоря, выйти замуж. Они выглядят достаточно сексуально. Если я никогда не отличался правдоподобностью форм, обычно шея и талия были одного размера, более-менее выглядела более-менее пухлей, как бы Белоснежка, но после этого в франшизе ее меняют вот до такого уровня. То есть, видите, если еще в 30-го года у нее были щечки, пухленькие ручки и так далее, то тут она уже, ну, более такая, ну, стандартная. У нее уже талия и приближается к шее, ну, постепенно. И выходит, что у Спящей красавицы она идентична. Но они сексуально одеты, да, то есть, ну, закрытые одежды и так далее. Негативные герои достаточно конкретные и однозначные. То есть мы по моей фиксете очень видно, что она негативный герой. И не надо очень много психологизма, чтобы догадаться, что у нее злые намерения. Потому что ее рога намекают на то, что она не очень была. Что мы говорим о мужчинах? Мужчины, ну, основное, вы вообще помните, когда вот кого-нибудь из главных героев мужчин в этих трех фильмах? Нет, у них нет, всем все равно, он убил принц. Это самое важное. Самое интересное, что если на этого человека одеть парик, он будет женщиной. Значит, у него тоже. То есть, у них нет сильной, не сильно распределено в плане, ну, то есть им видно внешне, да, они очень женственные, очень жеманные. По сути, у них нет никакой важной роли, они должны быть принцами, ну и вот принцы. Начало все меняться, ну смотрите, появилась первый день русалочка. Внезапно главные героини, они перестают быть пассивными, они принимают на себя главную роль. Ну, русалочка, например, пошла против воли отца, чтобы завоевать мужика. Ладно, хорошо, завоевать мужика, она брала себе голос, чтобы сделать себе ножки. Такая сидя, но вообще не нравится, она полюбила характер. Первый раз диснеевские героини проявляют характер. То же самое, как вот и Жасмин проявила характер, не хотела жить в системе Покахонтас, и вот, собственно говоря, это с барышней говорят тоже. Но теперь обращаем внимание на другое. Мы смотрим на их внешний вид. Мне кажется, что так никто не одевается. По крайней мере, не в этих странах так люди не одеваются. То есть сексуализация, да, у них тоже, видите, талия, шея одинаковая, но они выглядят намного больше сексуальных акцентов, чем у предыдущей героини, у предыдущего этапа. При этом тоже длительное время на это наезжали Дисней, что Дисней очень плохо влияет на семейные скрепы. И вот многодетная женщина выглядит как-то так. А девушки медицины очень счастливы, и хорошо, и вообще начинают. После этого, кстати, появляется Мулан. Мулан, героиня, это женщина, если кто-нибудь умнит, это женщина. Она вообще нет никакого акцента на сексуальность. Она принимает абсолютно мужскую роль, идет против системы, спасает Китай. И да, что важно, тут, внезапно, во втором этапе, короче, выйти замуж — это не главная идея жизни. И вот видите, да, то есть внезапно, ну, мы делаем акт на том, кто становится все-таки у нас не выходит замуж, а выходит замуж. Тут практически все героини, ну, сделаны уже чуть позже. И если в самом начале все выходили замуж, то тут внезапно, видите, мы увидим распределение такое, ну, более интересное. Так, потом начинается новый фильм. Вот этот фильм «Принцесса и лягушка», он у нас вообще был непопулярен, вышел в 2006 году. Там появляется первая героиня афроамериканка, потому что у Диснея были все равно проблемы с расизмом. Вот. И у Диснея, и вот у этой главной героини, негритянки, у нее основная, она все равно будет замуж за принца, но вообще изначально у нее цель сделать ресторан. То есть внезапно негритянка хочет сделать бизнес, а не выйти замуж. Но у нее есть подружка, вот, блондинка, которая ходит в... которая ходит в розовом и мечтает выйти за принца. То есть Дисней постепенно сам начинает над собой смеяться. Он показывает, что все эти идеи, которые он показывал до этого, да, он понимает, насколько они абсурдны сейчас, в наше время. И, ну, то есть, но при этом она не негативный герой. Тут, конечно, плохой кадр, видно, что она не негативный герой. Она очень добрая, она помогает
фильм главной героини, но вот ее высмеивают. То есть вот ее вот желание найти себе принца, выйти замуж, оно высмеивается постепенно. Наступает бум под названием Frozen, все родители в мире ненавидят этот мультфильм. В Нью-Йорк Таймсе они просто опубликовали один пост одного отца, который просто не выдержал. Он написал пост ненависти этого мультика, потому что его две дочери, одной два, другой четыре, только твои девушки говорят об этом мультике, все время напевают эту долбаную песню. Все время хотят все этого мультика. Я смотрела по статистике eBay, самый популярный костюм среди взрослых людей на Хэллоуин, это так, автоп, это Джон Сноу, а среди девочек это Эльза. И, между прочим, не только девочек, но и мальчиков. Мальчики тоже одевают костюм принцессы. Да, это очень интересно. Вот. И тут внезапно в этом фильме отношения мужчин и женщины есть, но тут наступает уже конфликт сестер, братьев и сестер. И как видите, это более подобно, уже как все-таки как Золушка, ой, я не знаю, вот, людей, которые спят вот так. Я знаю, я тоже все спят вот где-то так. Я видела эти лица очень часто. А вот герои становятся менее идеальными, они похожи на жизнь, ну, они похожи на тех, ну, на поведение уже приспособленных к жизни. Они не поют с птицами, надо разговаривать с людьми. Они не моют пол и радуются жизни, они пытаются что-то поменять. Главные герои, более того, в этом фильме главная героиня, она очень противоречивая, она, не знаю, она агрессивная, она кидается, потом у нее происходит ломка. В общем, происходит изменение очень сильное характера. Она совершенно неспокойная, она не просто ест яблоко из какого-то страшного человека и умирает спать. Нет, она внезапно, она очень, этот герой, в нем очень много протеста. Женский герой, который много протеста. Это очень было не похоже на Диснея вообще. По поводу мужчин, вот, дальнейшем, тоже интересно, потому что внезапно мужчина выглядит как пройдохи чуть-чуть. Но вообще интересно, потому что вот этот герой, вот эти два героя, они были в последнем фильме, в этом вот Frozen. Значит, вот опять-таки Дисней сам себя высмеивает. Мы сначала видим Ганса, этого героя, он типичный принц, идеальный, очень милый, поет песню, ну, понятно, у него есть конь. Вот. Но видите, знаете, Дисней всегда вам намекает, у него перчатки на руке. А если у героя перчатки на руке, значит, он не очень хороший. Вот. И мне кажется, что этот принц, он не очень хороший человек, убийца, предатель, все дела. А главная героиня влюбляется вот этого молодого человека, который ковыряется, отрыгивает, ест морковку. Короче, похож на типичного мужика. Больше, чем вот этот вот. То есть Дисней начинает показывать мужчин тоже реалистичными. Теперь это не просто принцы, которые поют песни, целуют спящих людей, и вообще классно, у них есть деньги. А это на самом деле просто чувак, который собирал лед, у него нет денег, и он реально ковырялся в носу все время, ее это раздражало, они еще меняли носки. Они по-другому выглядеть никогда не могут. То есть они были смешными, с розовыми бантиками, с смешными старичками, или очень страшными, просто невероятно. А по-другому не надо. Вот. Как видите, Дисней внезапно начинается нас вышутить. Это главная героиня Фрозен говорит своей сестре, которая влюбилась в первого попавшегося парня. И это идет чуть-чуть вразрез всему тому, что было перед этим. Вот Дисней начинает работать над ошибками, показывая, что он видит их. Вот. В дальнейшем наступает момент, когда сейчас в культуре Дисней выступает как интересный феномен насмешки. Потому что я забыла этого фотографа. Он сделал серию фотографий под названием «Не жили долго и счастливо» в переводе, где он показывает нам, как вы видели бы в реальной жизни, скорее всего, ну, типа, грустно все на самом деле. Да, обычно вот смысл такая, да, вот. А это выглядит сразу по-другому, чем если бы тут был если птички, было бы ничего, а вот так это сразу. Вот. Почему это все? Суть в том, что я хотела обратить внимание на эти стереотипы, на которые обычно никто не, на что мы обычно не смотрим. Да? Многие из нас, я знаю, кто по себе судят, любят пересматривать мультфильмы, потому что они ассоциируются с чем-то хорошим, местным и так далее. Но на самом деле мне бы очень не хотелось, чтобы мой гипотетический ребенок думал о том, что ей надо съесть яблоко или мыть полы, чтобы у нее было что-то хорошо. Вот. Или, допустим, я бы не хотела, чтобы мой сын думал, что ему надо быть принцем, чтобы у него было все хорошо в жизни. Или меч с конем.
То есть все эти стереотипы, они идут в мозг, тем более детям, потому что эти модели поведения они перенимают. Вот, я думаю, что на это нужно обращать внимание. Все. А Шрек не входит, во-первых, DreamWorks, а во-вторых, Шрек не входит во франшизу «Принцесс». Все эти барышни входят во франшизу. То есть у Диснея есть перечень баб, на которых они зарабатывают деньги. Это принцессы. Шрек решает только Дисней? Нет, нет, они есть в Крише, конечно, есть. Но просто Дисней конкретно очень распиаривал, очень много работал над образами принцесс. Именно конкретно эта компания. То есть, все вот это орел розовости, он конкретно еще очень-очень близко связан с Дисней. То есть Дисней с самого начала начал, это была одна из идей самого Уолта Диснея, сделать так, чтобы девочки хотели быть принцессами. Поэтому я не делала корреляцию, ну, я не делала анализ других мультфильмов, поэтому делала просто именно только Дисней. Но, конечно, если мы говорим о Мадагаскаре, например, то Бегемотиха там вообще классненькая. Ну, то есть, понимаешь, что они скорее задают тенденцию, либо ориентируются. Вот, это интересно. Потому что вот к чему, да, то есть и масс-культура меняет социум, и социум нет масс-культуры. Потому что в конце мы видим, что героини, но все равно, да, то есть героини меняются акцент на мужчин и женщин, но при этом героини все равно выглядят очень сексуально. То есть я думаю о том, что это все равно какой-то круг, водоворот, все равно это работает друг на друга. Поэтому нельзя говорить о том, что стереотипы навязываются только мультфильмами, потому что все-таки влияние идет извне тоже. Но говорю, что все это время Дисней пережило огромное количество исков, криков феминисток и так далее.